Густые леса, вольные степи, бескрайние моря, величественные горы. Именно здесь зарождается новая форма жизни. Вольная жизнь. Приветствую вас, друзья! С вами снова Дмитрий Петровский. И сегодня я расскажу вам о том, как метать саперную лопатку. Для того, чтобы ваш бросок саперной лопатки был результативным, нужно расположить руку на рукоятке вот таким образом. Большой палец направлен вверх и выполняет направляющую функцию. Лопата в полете должна сделать один полный оборот, 360 градусов. Если дистанция больше 5 метров, то следует руку подвинуть чуть-чуть ближе к центру рукоятки. Мы же попробуем сейчас бросить с дистанции 5 метров. Ну что же, я надеюсь, что вам понравился наш сюжет. Есть вопросы? Пишите их в комментариях. А у меня все. Подписывайтесь на канал «Вольная жизнь». До новых встреч!